конвейер, я думаю, начать дальше. Будем передвигать потихонечку полочки и потом смотреть, что из этого все получится. Затем мне нужно посмотреть, что у меня есть по материалу, и тогда мы наверняка сможем что-то сделать с этими полками. Планирую туда либо фанеру, которую у меня достаточное количество, правда, фанера немножко тонковата, там, по-моему, 9 миллиметров, либо что-то такое получается. Ну ничего, я думаю, все получится, справимся. Поехали потихонечку, помаленечку. Так. Примерно из такой фигни и были мои полки. Теперь я хочу, чтобы было все-таки немножко по-другому, как-то по-цивильнее, по-культурнее, по-прикольнее. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну, так всегда, только выключишь пылесос, он тут же тебе нужен. Материала, к сожалению, так и не нашел никакого, чтобы мне подошел. Я сейчас продемонстрирую. Вот фанера, которую я хотел использовать, но, видите, не хватает длины. А так бы было достаточно приятно. Надо пробовать что-то из остатков, конечно, делать, иначе ничего не выйдет. А хватит мне их или нет, вот это уже другой вопрос. Судя по всему, мне все-таки придется использовать USB остатки. Попробую из них сделать. Все остальное по размеру не подходит. Но еще есть идея, если мне не хватит этих обрезков, а их, скорее всего, не хватит. Хотя вполне может хватить, тогда будем смотреть по-другому. Погнали. Да, это прям хорошо подходит. Примерно получается так. Теперь мне нужно будет убраться здесь, все нарезать и сделать полки.
Кстати, небольшой совет. Видите, как сильно стачиваются зубчики, пилки при контакте с болтами? Поэтому никогда не используйте для этих целей хорошие пилки. Лучше что-нибудь подешевле, попроще, китайское. Все равно в любом случае сотрется.
Ну вот такая работа у меня получилась. Время затрачено где-то час, материал, остатки. А так, наверное, это вышло бы порядочно денег сейчас. Может быть, в районе даже 100 евро. Я не уверен, не считал, да и особо не хочется. Швы между плитами можно заделать каким-нибудь силиконом, либо там акрилом, чем угодно. Можно оставить так. В принципе, это влияет только на красоту. Времени у меня ушло, в принципе, в реальном времени где-то, часа два все вместе. С перестановкой мебели, со снятием размеров, и так далее, и тому подобное. Суммарно где-то пару часов времени ушло. В принципе, ничего сложного. Зато выглядит теперь аккуратно. И дальше уже по эту сторону продолжу делать полки. А всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ставь лайк, если видео зашло. Дизлайк, если не зашло. И не забудь подписаться на канал, ведь впереди только больше. И, конечно же, лучше. Всем удачи. Пока. Так, такая у меня полочка получилась по итогу. Здесь она немного прыгает просто. Но потом чем-нибудь притянем. Вот так сверху. Здесь достаточно большая щель с двух сторон я выровнял, но чисто по той причине, что был кусок, почти подходил, и жалко было его выбрасывать, но либо на что-то другое не хватило бы все равно. Здесь я просто либо какую-нибудь проставочку вставлю, либо заполню каким-нибудь силиконом, да и все. Мало волнует. Остальные швы, да, тоже можно заполнить. Здесь есть неровности, но просто такая была уже доска. Это можно все заполнить также каким-нибудь силикончиком или акрилом, неважно. А можно ничем не заполнять. Такая работа.